Как вы поняли из предыдущего видео, речь сегодня пойдет об этих двух замечательных ножах. Benchmade Infidel 33-2.0 из стали D2, фронталка от Benchmade, и недорогого ножа, произведенного на Тайване, Lightning фронталка. Значит, модель слизана ее корпус слизан у одного из Microtech'ов. Ну, об этом немножко позже. Значит, поговорим для начала о ценниках. У этого ножа ценник, тот, который мне удалось найти, самый низкий, $380. Этот нож покупался за $39.99. Данное видео будет для тех людей, которые хотят себе фронталку, но еще не решили, готовы ли они тратить достаточно большие деньги за это удовольствие. Кто, может быть, видел мое видео относительно моих хотелок, где как раз приезжает ко мне вот этот вот нож, тот, может быть, понял, что я как раз относился к тем людям, которые хотели приобрести, но не считали, что тратить такие деньги стоит. Сейчас, имея два замечательных вот этих ножа, у меня была возможность попользоваться и этим ножом, и этим, и прийти к выводу о том, насколько эти ножи для меня сравнимы, да, что понятно, что по ценовому сегменту и по материалам сравнивать смысла нету. Этот нож, безусловно, будет превосходить, но чисто для такого повседневного поюза хотелось бы разобраться и расставить точки над «и». Опять же, по цене больше мне нравится вот этот нож, повторюсь, 39.99 против 380, без учета доставки оба. Что касаемо того, как сидят эти ребятки на кармане, да, этот нож гораздо тяжелее, и вы можете видеть, что он гораздо толще, да, что он толще, он тяжелее, вот, опять же, клипса здесь более интересная, более глубокая, чем здесь, но, тем не менее, не сильно мешает. И там это алюминий, но алюминий разный, здесь обычный алюминий с покраской, здесь анодированный алюминиевый сплав, то ли Т4, то ли Т6, затрудняюсь ответить точно. Так что поэтому на кармане вот эта штучка будет сидеть удобнее, чем это. Опять же, всем знакомая аналогичная Presidio No Focus. Аналогичная Presidio. Да что ж такое? Вот, аналогичная Presidio насечка. Вот такая вот большая кнопка, и кнопка находится на как бы на фасаде, если можно это так нажать, да, что... Здесь же нож куда удобнее, что здесь, если мы хотим пользоваться ножом, вот этим, да, например, нам нужно его открыть и потом сделать вот такое движение, чтобы взять его в руку. То с этим ножом нажимаем, и все, вот он у нас в нужном положении, ничего больше делать не нужно. Поэтому в плане эргономики этот нож опять мне нравится больше. Ну, что теперь, скажем так, о задачах, которые мы возлагаем на эти ножи. Повторюсь, что вообще, не знаю, я не представляю человека, который может носить вот это в качестве EDC. Потому что, ну, вы видите, что это, во-первых, такой клинок листовидный, да, вот сейчас он уже поточен, выглядит отлично, да, но на самом деле... Вот такая вот хитрая у него заточка завода. Я ничего не стал делать, просто поправил заводской угол. Что же мне такое с фокусом? Вот. С этой стороны, вы видите, подвода практически нет. 5 градусов всего. С этой же стороны, здесь на каждую сторону по 44 градуса. Понятно, что нож резать не будет. В сечении у нас ромб. Да. В сечении у нас ромб. Поэтому, к сожалению, не знаю, что этим ножом делать. Может быть, упаковочки вскрывать пойдет, ниточки отрезать, да, но резать продукты с трудом представляю.
Опять же, нож в руке зажимается хорошо, клипсы не мешают, но при этом, что им делать, я, к сожалению, не знаю. Что касается этого ножа, да, то здесь клинок более привычной формы. Это клинок Drop Point, если можно так, да, назвать. В сечении у нас спуски от середины, фальш-лезвие. Опять же, вот эта штука может резать, в принципе, что-то. Я ношу с собой иногда ее, что-то ею режу. Она вполне справляется с повседневными задачами. Поэтому в плане там резательных каких-то качеств эта штука тоже мне нравится больше. Теперь поговорим непосредственно о материалах. Здесь мы уже говорили на рукоятке алюминиевый сплав, то ли Т4, то ли Т6. Опять же, многие могут сказать, что это... Нет, ты не прав, это сплавы титана. Ну вот, не знаю, почему-то я где-то встретил... Я могу, опять же, ошибаться, я не говорю, что истина в последней инстанции. Просто где-то я вот читал, что тут, что Т4 и Т6, там тоже есть алюминий. Что вот Benchmade использует именно эту вещь. Вот, опять же. Ну, ладно, не будем об этом. Значит, вот такое вот очень качественное... Вот такое высочайшее, я бы даже сказал, качество сборки. Ну, фокус. Фокус прям меня не радует. Надо разобраться с этой новой камерой до конца. Ну, в общем, вот такое вот качество сборки. Очень неплохое, все хорошо подогнано внутри металлической пластины. Если мы посмотрим вот здесь, где вылазит клинок, то тоже, чтобы не появлялся дополнительный люфт, да, опять же, давайте-ка, секундочку, я... А, нет, я сейчас в процессе не смогу сделать. В общем, видите, что металлические пластины для того, чтобы не разбивался алюминий, вы можете наблюдать, тут вот такие небольшие, как технические прорези, да, видите, в уголках, вот здесь и вот здесь. Это для того, чтобы заточенный клинок не задевал корпуса и не тупился. Вот, поэтому, безусловно, здесь же все гораздо проще, 6 винтов, причем, которые так достаточно, ну, не сильно утоплены, вы видите, да, обычная звездочка, такая вот вещь, но на самом деле трется корпус очень легко, и вы можете наблюдать вот здесь еще один такой момент, это качество сборки, но камера что-то мне сегодня совсем дебил. Я еще с ней не разобрался, ну посмотрим. В общем, вот. Вы видите, вот такая не очень аккуратная подгонка. Тут вот технические отверстия для смазки. В общем, ну вот как-то так, да. Ну, опять же, поэтому в этом сравнении вот этот нож мне нравится куда больше. И по тому, как собран, и по материалам. Напомню, что здесь у нас на клинке... Такая интересная сталючка. Benchmade любит ставить ее на свой черный класс. Это сталь D2. McHenry Design. Там вы видите, вот здесь вот. Не знаю, сфокусируется, нет. Ну, в общем, под McHenry там меленько-меленько присутствует у нас NSN номер. Что-то совсем у меня. Ну, в общем, да ладно, разберусь я с этой камерой. Здесь на клинке, ну, не знаю, не берусь брать, что здесь. 440А, Б или даже, может быть, С, если очень повезет. Ну, тут не знаю. Но, скажем, с повседневными задачами, без фанатизма, этот нож справляется куда лучше по резу из-за своей геометрии, чем этот. Но, опять же, по материалам больше нравится мне этот нож. Теперь поговорим... Давайте поговорим о чем. Опять же, я думаю, что это часть качества сборки, это люфты. У этого ножа практически отсутствует люфт. Есть вот такой микро-микро люфт. Я вот держу за кончик. Если посмотреть вот так, то тут люфта вообще нету. Это я вот просто изгибаю клинок. Вот здесь вот так вот есть люфт. Но это, без этого люфта никак, он есть у всех, и у Microtec'ов, и у Benchmade'а, везде. Это необходимый минимальный люфт для работы автоматики, по-другому автоматика работать не будет. Теперь посмотрим, что по этому ножу.
Смотрим вот такой люфт. Тут люфт есть, вы его даже слышите. Теперь посмотрим на вот такой люфт. Тоже достаточно серьезный люфт. Но, скажем так, в повседневке он абсолютно не мешает. Автоматика, что там, работает отлично. Сколько я не пытался вот этим ножом добиться того, чтобы он заклинил, потому что с бенчмейдом на самом деле это не сильно сложно. Стоит ему немножко намокнуть или подпылиться, и все, ребят. Он начинает позалипать, нужно выправлять клинок обратно с усилием. В этом плане мне вот этот нож нравится больше по тому, как работает автоматика, но по люфтам, сами понимаете, сравнивать жопу с пальцем невозможно. Да, потому что у этого ножа серьезный люфт, и делается он в Тайване. Этот нож, не знаю, где делается, что-то я не прочитал, не написано на нем. Но написано US патент, значит, я думаю, делают в США. Опять же, поэтому в плане люфтов здесь победа однозначная, в плане работы автоматики здесь мне нравится больше. Опять объяснюсь, вот этот самый микролюфт, да, и отсутствие, скажем так, поперечного люфта, здесь все очень просто. В плане отказа устойчивости, вот у этого ножа отказ устойчивости выше. Он у меня уже был грязный, чумазый, пыльный, все равно автоматика работала хорошо. Смазывал я его, чем только не смазывал. И маслом для швейных машинок, и оружейным маслом, и ВД-40. Он ест все, на самом деле. И когда я его разбирал, я могу сказать, что здесь конструкция очень простая, что внушает мне большее доверие. Что касается этого ножа, вот стоит на самом деле нож помыть, вода попадет внутрь, если оно немножко подвяжет масло, да, или то, чем вы смазываете, то все, пиздец. Нож начинает залипать, нож перестает нормально выстреливать и прятаться. Единственное в этом случае, скажем так, лекарство, это через вот это вот отверстие, вот это вот техническое для смазки, и через вот эти отверстия вы заливаете на ночь ВД-40, к утру нож работает идеально, но понятно, что весь следующий день у вас отовсюду будет сочиться это самое ВД-40. Это единственный вариант, что в плане отказа устойчивости, у этого ножа отказ устойчивости ниже. Объясню почему. Это все вызвано тем, что здесь, а на микротеках в еще большей степени, настолько четко подогнаны все детали, что они настолько четко вот между собой соприкасаются с минимальными зазорами, что буквально, я говорю, я уже об этом говорил и повторюсь, я имею опыт того, что на морозе, если смазать не жидкой смазкой, а чуть более густой Microtec, не знаю про Infidel, Microtec, то все, пипец, он перестанет выкидываться. Его нужно смазывать исключительно только жидкой, такой как ВД-40 или еще что-то. Поэтому вот по отказоустойчивости тут, к сожалению, вот этот нож работает лучше, чем вот этот. Этот работает отлично, но только в идеальных условиях. Опять же, в идеальных. Вот. Как бы, почему этот нож в черном классе, кроме как из-за своей автоматики, я не знаю. Сложно представить военного, который будет использовать вот это, который может подвести в любой момент. Ну, не знаю. Опять же, не совсем удобное, что нужно как-то его переворачивать, перехватывать в процессе. Разговора нет, рукоятка удобная, но при этом вот. Ну, несмотря, опять же, на все то, что я только что сказал, этот нож я достал со своей базы, обменяв его у одного из военных. Ну, опять же, как бы мне не поддается это моему никакому объяснению. Понятно, что предела не было моему счастью, но тем не менее. Вот. Ну, и скажем так, эти основные моменты мы обсудили, и теперь поговорим о том, что какие выводы по этим ножам. Вот этот нож я бы вполне мог сказать, что я его рекомендую для EDC. Очень модная штука. Все, кто не берут в руки, все говорят «Вау!», все остальное. У него более простой дизайн, чем у Infidel. Его можно вполне носить с собой. Он легче, он менее зависит от загрязнения, но опять же все равно зависит. У него более простая конструкция в плане ремонта или еще чего-то, чем вот это. Сюда я открыл, сунулся, аж прифигел.
Там мало того, что пружины, там еще и такие лепестки, как будто бы вот из какой-то пружинной стали, похожие на маленькие рессоры, аж 4 штуки, как бы, ну, я дальше и решил не лезть, аккуратно так же собрал и ну его нафиг, вот. Теперь, скажем так, вот этот нож, безусловно, лидирует здесь по всяким внешним, да, показателям, он потрясающе выглядит, он отлично лежит в руке, он очень приятный на ощупь, у него очень приятный красивый клинок, он весь черный с классным этим покрытием от Benchmade. Да, опять же, такой нож должен лежать на полке, в офисе, дома, чтобы там, я не знаю, достать перед друзьями или партнерами, открыть, вскрыть какую-то упаковочку, там, отрезать кусок сигары, еще что-то, да, хотя для этого существуют специальные приспособления. Скажем так, вот эта штука, это просто такое вложение в эстетику на самом деле. Опять же, ну, не повторюсь, я скажу, вот таким образом проткнуть что-то, даже элементарно бумагу, лист А4 плотностью 80 грамм на сантиметр в квадрате, ну, нереально. Клинки просто запинаются об бумагу, и все, нужно их руками вытаскивать. Единственный нож, который я знаю, который способен на это Microtec Halo. Вот там отдельно, вот тут в нижней части пружина, которую нужно взводить, и там кнопка. Да, что на самом деле я не думаю, что вот этот нож или этот нож быстрее по извлечению, чем обычный, там, со спайдер-холом или со шпеньком. Пока ты сделаешь вот это усилие, да, хоть оно и быстрое, я уже за то же время могу просто одним толчком хорошо отрегулированный нож открыть. И он не будет автоматикой, а этот будет автоматикой. Если вас с таким примут, то вас за это возьмут, там, как уже отмажетесь, как договоритесь, потому что это реальный холодняк, да, потому что это запрещенные ножи, это автоматика. Тем более здесь, блин, еще и обоюдоострая заточка, ну это вообще пиздец. Поэтому это такая штука для офиса, такой полочник, красивый, дорогой, хороший полочник. Это же вполне пойдет на повседневку, но нельзя забывать про люфт. Если вы педанты, вас бесит различного типа люфты, шат и все остальное, этот нож не для вас. Для вас вот этот, но его вы себе должны позволить. Поэтому вот такие вот выводы по этим двум замечательным ножам. Опять же, повторюсь, этот нож будет обменен, этот нож останется у меня, потому что он мне нравится больше, и тем более этот нож, я думаю, более интересен людям на обмен. У меня уже такой был. Я уже им в свое время наигрался, а вот этот тут будет на обмен. Поэтому всем спасибо, пока.